С главврачом областной клинической больницы прекратили трудовые отношения. Об этом почему-то только 30 октября сообщила пресс-служба обладминистрации. Хотя в документе черным по белому написано, что распоряжение об увольнении губернатор подписал еще 25 числа. В департаменте здравоохранения подтвердили увольнение Любови Быковой. Но объяснять причины расторжения трудового контракта затруднились. Новость об увольнении Быковой проходит на фоне скандала. Сегодня стало известно о растрате бюджетных средств должностными лицами областной клинической больницы. Деньги выделялись на закупку высокотехнологичного медоборудования. По факту растраты следком возбудил уголовное дело. Проводятся неотложенные следственные действия, в том числе выемка документов.